дам старт финальной группе мужчин и ждем с результатом. Я мы еще раз поздравляем победителей первого соревновательного дня. Тренер Черноусова Марина на церемонии награждения и ждем результатов финального забега у мужчин. И согласно регламенту нашего соревновательного дня, 3 часа награждения призеров и победителей, 4 часа официальная тренировка на второй соревновательный день и медиальный объем. Андрюша, Макс, вставай!